Большие дополнительные объемы перекладок теплотрасс не повлияют на сроки старта отопительного сезона. Готовность теплосетей Самары к зиме стала главной темой выездного совещания главы Самары Елены Лапушкиной и первого вице-мэра Владимира Василенко. Первый заместитель главы доложил об основных участках теплотрасс, на которых работы еще ведутся. Напомним, в этом году из-за перехода к единой ценовой зоне теплоснабжения в Самаре удалось существенно увеличить количество ремонтируемых объектов. Сразу 7 дополнительных объектов будут перевооружены. В основном это квартальные сети с высоким уровнем износа. Ремонт тепловых сетей завершается на улице Алексея Толстого. Работы закончатся к концу сентября. Остается подсоединить к главной тепломагистрали 50-метровый отрезок. Трасса снабжает теплом дома на участке от Степана Разина до Максима Горького. Этот объект на особом контроле городских властей из-за его сложности. В прошлом отопительном сезоне здесь произошло 2 повреждения. Владимир Андреевич, а с какого числа общая перекладка по этой улице у нас началась? Она 27 июля. Июля, то есть почти в августе месяце. Да. За месяц такой объем работы. Да, большой объем работы. Труба 700-я, мы тоже ее видим в этом вопросе. Она находится, как вы и ставили задачу, на контроле. Я здесь каждый день бываю. Все объекты по техническому перевооружению, которые планировались изначально, готовы к приему тепла. Что касается 7 дополнительных, то по советской армии работы идут в штатном режиме. По Гастелло и Радонежской монтажная схема будет собрана до 30 сентября. По улице Печорской от Карбышева до первого безымянного переулка в работе сразу 4 участка. Работы завершатся к 3 октября. Сложным объектом является теплотрасса на Пензенской, поскольку здесь участки располагаются во дворах. Работы должны завершить к 3 октября. Там все во дворах, 72, 70, 50, вернее 68, вот идет, ну, грубо скажем, от дачной во дворах идет до улицы Владимирской. Работы там ведут, я на этом объекте бываю, он каждый день, потому что он очень сложный и большой кусок. Вот Пензенская вся практически от Карла Маркса, дачная, сама Пензенская и Владимирская, они сидят на этой трубе. Все участки, на которых сейчас ведутся работы, находятся на личном контроле главы Самары Елены Лапушкиной. Всего в этом году обновляют 20 километров теплотрасс. Объем работ беспрецедентен. Это позволит преодолеть одну из самых наиболевших проблем городского хозяйства – колоссальный износ коммунальной инфраструктуры. И при этом нужно уложиться в сжатые сроки. Поэтому работы организованы в соответствии с жесткими графиками, чтобы тепло в дома, детские сады, школы и больницы поступило вовремя. Напомним, по поручению главы Самары Елены Лапушкиной, еще до официального старта отопительного сезона тепло начали подавать в детские сады, учреждения опеки и попечительства и больницы. Андрей Горгуленко, Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События.